Всем здорово, ребят. Ну что, я решил тут записать. Мы побегали на стриме, решил записать по фану видосик, показать героя, что такое на нем означает. Ну, те, кто видели, однозначно ставьте лайк, кто был на стриме. Что означает на новом герое? Ускоренная скорость атаки, просто мега-бомба-имба. В общем, вот такая у нас чарка стоит, которая повышает на 40% скорость атаки, имеет 30% шанс нанести стан. Потому что мы уже разобрались, реально смысла его дефить, ну, точнее, собирать в атаку нету смысла, его вариант только один, это собирать на деф. У меня, к сожалению, здесь нету до сих пор 9-го Берса. На каком-то другом аккаунте, видите, даже не хватает. Но даже такая вот сборка, она будет просто мега трешовая. Почему, вы, в принципе, сейчас увидите. То есть он максимальной прокачки 30-30. Я вам покажу, ну, думаю, наверное, завтра его в максимальной сборке, что он может по локациям. Там более такой подробный видосик будет. Либо ставьте лайки, возможно, сегодня наберу эти 500 лайков. Хотя я сомневаюсь, очень мало народа сейчас играет. Сделаем сегодня. В общем, поехали. Такая сборка, это просто пулемет. Давайте, я не знаю, давайте вот подземочку. Эксперт. Восьмерка. Герой реально тащит один на один. Один на один он будет тащить. Только тащит не героев, это не дуэлянт. Он тащит мобов, локации, подземки. В общем, смотрите на скорость атаки. Но здесь, наверное, так точно вы не увидите сейчас все во всей красоте. Потому что он очень быстро. Но посмотрите на эту атаку. Что вы скажете? Вот реально, посмотрите на скорость атаки. Насколько он обалденный. Еще плюс, он парализует одну цель. То есть, посмотрите, что он делает. Просто тупо расстрел. Дамага, в принципе, немного у него. То есть по дамагу, что я могу вам сказать, собирай, не собирай, он все равно тащить с дамагом, ну, не будет. Мы пробовали, я ставил, даже вам сейчас покажу, дойдем до пятой кошмарки, показывал и с пактом, и с грубой силой. Да, он будет больше дамага наносить, но это не то, он сливается, поэтому есть смысл его собирать в деф. Соло он тащить не будет, один в первой линии он тоже тащить не будет, это уже, думаю, и так понятно. Но посмотрите на эту скорость. Но здесь фигня. Поехали в другую подземку. Здесь не особо видно, потому что он набивает. Еще, блин, подвисает. Как назло, сам сервак. Айас так и не обновили. Кошмарка 5, ребят. Пятая кошмарка. Мы еще в четвертую забежим. Я там покажу вам ее на месте. В общем, пятая кошмарка, смотрите. Смотрите, удивляйтесь на скорость атаки. Че он чудит? Он просто не дает даже к себе подойти. Если я вам показывал, как Атлант подбегал и включался, то в данной сборке просто никто не добегает. Это, конечно, жесть. Это 30-й прорыв максимальный, понятно. Но посмотрите, что он делает с героями. Воу-воу-воу, Атлант подбежал. Он нас сейчас сольет. Если мы его не застанем. Смотрите, смотрите. А-а-а! Все, Атлант имба, ребят. Давайте тест-2. В общем, чисто по фану сборка. Думаю, во многим она зайдет. Мы реально угорали, но скорость атаки у него бешеная. Но минуса вы у него никуда не скроете. Просто чисто донатный герой, который будет тащить только в дефной сборке. Вот и все. Ну а так я не знаю. Так, наверное, на 30-м прорыве многие герои смогут. Единственное, что немногие смогут, вот посмотрите. Во-первых, ну здесь не видно, сейчас мы пойдем дальше. Он парализует действительно одну цель. Вы увидите обзор на локациях. Я бегал в лабиринте им, и честно скажу, в лабиринте он удивил меня против гоблинов. Так как у него дальность атаки большая, гоблины просто тупо стоят в печали. Он их парализует. Плюс, конечно, то, что у него иммунитет
стану. Но, видите, от хилов такой сборки нет. Поэтому тут, наверное, даже лучше вместо друга поставить ангела в данном случае. Друга, конечно, крутой, но, видите, от хила не хватает, и он зачастую не успевает. Но, блин, такая скорость атаки, это просто пипец. Это просто пулемет. Он в такой вариации может разобрать Фрейю. То есть тут за счет скорости атаки... Я не знаю, сколько тут в секунду ударов. Но видите, не хватает от хила. Ну, подземку, в принципе, он пройдет. Накидывает он офигенно. Ну, в череп добил. Видите, все-таки не дотащил немножко. Такс. Давайте просто повысим. Потестируем. С ангелом. Но это не оптимальная сборка. Еще раз повторюсь. Потому что некоторые прокачают, потом будут говорить, блин, а он не тащит. 4-9 вроде здесь. Вот смотрите внимательно во всей красоте, что он делает, когда у него. А кстати, сейчас и даже не заходит, не успевает. Печаль, вообще печаль. Печальные герои, ребята. Вот как видите, дамага у него... Он пробивает. Ну, почему сказать, дамага мало? Дамага у него как раз таки обалденно. Он основным скиллом там по 3 ляма выбивает. Это при том, что он у нас не собран там на особо мега атаку. Сейчас мы поставим берс. Ой, не берс, а грубую силу. Вы увидите разницу. Ну, такая фан-сборка, это чисто так. Ради трешечка. Давайте с ангелом попробуем на 7-ю. Я вам просто покажу, что он делает. Ну, как видите, стабильно пробитие брони, оно стабильный урон идет, 150 от атаки. Вот, посмотрите внимательно сейчас, что он творит, один на один с героями. Но когда уже несколько героев, он просто не успевает. Но, как видите, помимо того, что он бьет, еще дополнительно там, где срабатывает скилл, всегда... Идет дамаг. Вот самая основная проблема это у нас вольт, потому что он его быстро заряжает, и то и успевает накинуть ослепление, этот не попадает, этот миссает, видите, что происходит. А его отхиливают питомцы. И так можно зависнуть на этом герое надолго, реально. Вот фулл отхил, и это будет длиться очень долго. Ладно, показываю вам сборку насчет грубой силы. Вот такая вариация. Давайте 5-ю. Смотрите на урон. Насколько разница в уроне. 172к пробития. То есть, если он критует, а он реально критует, как видите, довольно-таки часто... то он разваливает просто божественно. 61 тысяча плюс 2 тысячи у нас добавилось сейчас просто обычный удар, скажем так. Ну, то есть не крит. А критовый, конечно, вырос 2 раза. В этом тоже есть свой, как бы, плюс. Поставить грубую ему, он будет увеличивать свой крит урон. Ну, то есть такая сборка тоже интересная.
Конечно, заряжает он героев тоже круто. Ну, точно так же, как и Зефир, в принципе. Если возьмем, допустим, ну я не знаю, кто будет с топов, кто его получил, качать для подземок. Как бы это бессмысленно. А вариант на... Видите, зависает просто все. Просто мы не успеваем за этим героем. Просто тупо зависает игра за его скоростью. А если кто-то с топов его получит, вряд ли он будет качать на подземке. Это чисто так, фан. Качать его на PvP локации — это единственный вариант. Да, я уже это показывал, еще покажу разные вариации. Ну, поехали еще на седьмую кошмарку. Конечно, вариант самый лучший — это собрать его на уклонение, максимальный дефт, тогда он у вас будет, в принципе, очень-очень неплохой. Я как ворожай будет мой. То есть и неубиваемый, и дамажить. Но вот тут вот разница, конечно, видна, думаю, в уроне. Сейчас вы видите, как мы дойдем до Вольта, что с ним будет. Но это не точно. Вот посмотрите. Он практически фуловый просел. Сейчас вы видите, как он его разберет просто. Хотя, сейчас опять эти... Так, тыковки пропали. Вот смотрите, видите разницу? То есть есть вариант, конечно, грубую силу ставить, если вы хотите поставить, собрать его на домах. Ну, я не знаю. Я этого точно делать не буду, потому что на PvP локациях я не думаю, что он прям там мега-мега будет тащером. Хотя, кто его знает, если собрать его на хороший домах, у него со скилла просто бешеный домах, и с руки тоже он просто шатает. А еще такая скорость атаки — это просто жесть. Ну, мы завтра потестируем. Я уберу хранителя. И попробую добавить хрона и героев на скорость атаки. Ну, видите, такое. То есть дефа нет, и он сливается, в принципе, как и все герои. То есть это не тот герой, который там для мега прям фарма. Это чисто для PvP локаций хороший такой донатный герой. Но еще надо будет его протестить. С пактом вариант. Дамаг, как видите, крит упал практически в два раза. Но основной удар с руки и основной удар у него, конечно же, стал круче. Но вы убиваете свой деф, по сути, грубая сила для него будет намного куда эффективней, нежели вот это. Но тут он с руки просто, если там был 600 крит, то здесь уже лям. То есть он с руки убивает просто. Посмотрите, что он творит. По скорости, конечно, я не знаю, там писали Тесса, да, Тесса тоже крутая, но он, блин, просто нереальный. Но есть, конечно, минусы, это блокировки. Добавили бы ему сейчас иммунитет еще к молчанию, вот это было бы реально круто. А так, к сожалению, как видите, окаменение, заморозка, все остальное. Маскировку там писали ставить, ну, она бессмысленно будет на этом герое. Еще есть вариант поставить, например, грубую силу. И сюда поставить панчбокса. Он пробивает дальше, нежели зона действия панчбокса. То есть будет
такой неплохой, я вам скажу, тоже дамаг, и вокруг не будут к нему быстро добегать герои. Но это особо тоже на подземках, я не думаю, что будет спасать. Но вот таким вот образом панчбокс будет ближника выбивать довольно-таки неплохо. А он будет накидывать тем, кто подальше. То есть такой вариант вполне тоже интересен для этого героя. Потому что если бы он был немножко другой вариации ближнего боя, панчбок бы просто убивал, он бы не успевал ударить, ну, убить и заряжаться. Так как у него дальность атаки, как видите, намного дальше, то панчбокс хотя бы там ближних убивает. Но опять же, видите, он сливается. Поэтому вариант на атаку категорически не рекомендую. Да, вариант, да, плюс уклонение. Это будет самое, ну, будет реально пакостить. Ну, в общем, посмотрим, соберем, поиграем. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.